аллергия. Распухшими губами в телефонную трубку, онемевшими пальцами тянешь три губа. Теперь дорога каждая минута, сегодня, сейчас или никогда, а на другом конце провода весна. Вылетит пух из-под колес, веселье начинается, карета отправляется по радиусу кольца. Ученый Квинкель сел и закурил сигарету, столько долгих лет он и не знал об этом. Без его диссертации задыхались умы в нелепых ситуациях, без всякой вины. Так оказалось, что можно было жить и не расстраиваться по мелочам. Черным по белому, буквами смелыми немного для души. Аллергия.